Сильнейшие мастера классических шашек собрались в Павлодаре. Решается судьба областного первенства, и большинство участников чемпионата уже опытные спортсмены. Аксакалы сегодня учат молодежь премудростям игры с многовековой историей. Самое важное в любой партии – это бережное отношение к фигуре и неторопливость, уверена многократная победительница чемпионата страны, титулованная Алина Шмидт. Этот турнир устраивается для того, чтобы поднять свой опыт, научить маленьких детей играть лучше, готовить их к последующим тяжелым соревнованиям, чтобы они получали опыт. Это для детей в основном. Всего за доски сели полсотни спортсменов. Молодежь пока терпит потери, а вот Жангабылов и Цуканов в очередной раз на полном ходу стремятся к вершине. Самые тяжелые игры мои, это когда я играю с мужчинами, они мастера. Или даже если КМСники, то они тех времен, а в те времена тяжелее люди. Ну как, у них опыта больше, и мне очень тяжело. Тоже пытаюсь выигрывать. Нынешний чемпионат – это еще и отличная проверка резервов в преддверии стартующей спартакиады, а следом и первенство Казахстана.